Я хочу поздравить композитора Джасура Халилова с его новым альбомом, выпущенным в Германии. Он называется «Восточные сказки любви». Наверное, мне повезло чуть больше, чем другим, потому что я уже успела его послушать. Если бы меня попросили рассказать об этой музыке, я бы выбрала одно слово – любовь. Это прекрасная музыка для души. Нежная, романтичная, восторженная, чувственная, мечтательная, уносящая куда-то вдаль.